Итак, дорогие зрители, гости, подписчики, остался у нас незаконченный квест «Забытая история». Нужно найти ангарскую реликвию здесь, на Кадаре, чем, в принципе, мы сейчас будем заниматься. Так, ну я смотрю, после финальной битвы что-то не сильно-то изменилось. Кадара также вон ну вот глупая реплика Пиби, что кислотные озера, хотя климат восстановлен, как бы все расцвело, цветут вон одуванчики зеленые или что это такое. Ну-ка. Как будто все шелковое. Да. Да уж. Так, вызываем кочевник. Красавец, да? Красавец. Так. С чего же мы начнем? Карта, да? Это что, сканировать минералы? Не хочу я ничего сканировать. Так, давайте начнем с этого угла, да, искать. Можно, конечно, бы залезть в Google, да, и спросить, где находится эта хренька, и быстренько выполнить. Но это же неинтересно. Вот Пиби. Пиби мечтала увидеть что-то более-менее интересное здесь. Но Пиби, я тебя... О, началось. Так, мы куда едем-то вообще? Ага, ну точка интереса. С кем они там воюют? Минус один. Давайте этого задавим, да? Бам. Get ready to fight! Бам. По-моему, мы раздавили. Хорошая работа. Да, мы раздавили кого-то. Так, а это наша база, да, или что? О! Какой у тебя костюм клёвый. Ты хоть поздоровайся, что ли? Ой, а там враг какой-то. О! Здорово, Эйрох. Что-то он какой-то... Никакой. Ой, как кто-то бежит. Так, Раптор, не надо сюда идти. Ну что ж ты мажешь-то? Блин, дурацкая, конечно. Тут что-то развалилось, сломалось. Научные данные. Вы мне лучше дайте реликвию. Что-то он разбился на своем шаттле и уходить не хочет. Он ему жалко вот эти все плюшки потерять. Контейнер. И я могу с наглостью прям вот при нем украсть. Ну, цена низкая, поэтому... Нам этот шлак не нужен. Тарам-пам-пам. Парам-пам-пам. Так, садитесь, дети мои.
Поехали дальше смотреть. Здесь, я так понимаю, ничего нету. Так, а дальше там... Дальше там тупик, да? И враг какой-то. Ой, там опять динозаврик. Динозаврик. Что-то вот не зря они здесь спавнятся, эти динозаврики. Он еще и плюется какой-то фигней. Да, слушайте, конечно, мой iMac не тянет. Вот чувствую, что видяха не справляется с потоком, со стримом и с игрушечкой. Сама игрушечка, ой-ой-ой, сколько требует ресурсов. Что-то я не пойму, это конец карты, почему я продолжаю ехать? Ага. Да ладно. То есть это ни хрена не конец еще? А я тут даже еще и не был, прикиньте. Кто-то в небе висит. Очень интересно. А почему ты в небе? Ты враг, нет? Нет. Там он бандиты, бандюганы. Здорово, чуваки. Good work. Good work. Чё у вас в ящичке, ребят? Пошарюсь я маленько. Цена умеренная. Так, ваш хлам мне не интересует. Это трупик? Да. Одного тут порешили. А чё он в воздухе висит? Там какая-то база. О-хо-хо. Нихера там платформа. Воздушные шарики. Так, ну мы сейчас туда вернемся. А, так я его здесь еще и не был. Вы посмотрите, этот хрен ходит прямо у них там, и они ничего не делают. А нет, делают. Надо помочь, блин, а то сожрут. Убил. Та-дам! Атос! Чё? Атос? Атос, Портос, Барбос? Атос. Так, внизу какая-то вражина показывает. Слушайте, ну FPS вообще проседает до неиграбельности всё. Со стримом это, конечно, тяжело. Я, наверное, я эту затею отложу, да, до лучших времен. У меня как бы хороший компьютер, но не настолько, чтобы так. Что за ящики? Большое количество белка. Сухое молоко, что ли? 34 протеиновых батончика. Вот оно что. Там батончики протеиновые. Ты кто? Кто ты, чудовище?
Привет. No gun, no credits. I'm not looking for trouble. А. Wait. You don't look like one of them. You're not here to kill me, are you? Ты ведь меня не убьешь? А надо? Do I have a reason to kill you? Out here, everyone has a reason to kill everyone. With the outcasts and collective trying to pick each other off, you could never be too careful. Even the water wants you dead. Так, здесь даже вода пытается всех прикончить. Вода? Не, ну бред, конечно, игра пройдена на 100%, скажем так, основная сюжетная линия. Все озера, все эти реки, все излечено, кислоты никакой нет, а они до сих пор о всякой... Just how dangerous is the water anyway? Very, unless it's purified. The Angara have a filtration system that takes out the lethal stuff. Да все в порядке с водой, иди попробуй, блин. Ты мне дашь какой-нибудь квест или чё? Понятно. Он мне ничего не даст. Так, ладно. Сохранить игру я не могу, потому что рядом какой-то враг, да? А, я нахожусь в чужом помещении. Так, ладно, я остановлю стрим, потому что, ну, жопа. 15 FPS, это вообще не игра. Всем спасибо, кто посмотрел. Хотел посмотреть, дико извиняюсь, но компьютер не тащит. Хотя в настройках можно, конечно, убрать... Разрешение у меня стоит 2560, там можно на 10p поставить, но это не то, учитывая, что у меня экран позволяет сделать вообще 5k, вот так. Играть-то я смогу, но стримить вообще не смогу. Стримить я не смогу, нет. Графика у меня стоит, в принципе, не сильно. Текстуры стоят высокие. Потом модельки высокие. И ландшафт средний. Все, в принципе. И со стримом FPS вон всего 15. 23, 17, 19, 16. В общем, это не играбельно. Так что дико извиняюсь. Стрим я отключаю. Стрим офф. Так. До этого нужно зайти сперва на Google. На Google. О, господи, чушь не шел. Нужно зайти на мой стрим. На мой стрим-канал. И создать ролик с лучшими моментами.